спасибо большое. На самом деле уже сейчас эмоций не осталось, потому что выплеснули, радовались. А так, конечно, настрой был серьезный. Это был первый кубковый суперкубок в нашей карьере. Вот, и мы его выиграли. Матч сложился, думаю, интересный. 1-1, как и полагается, финалом, довели до пенальти. Но пенальти – это очень волнительно. У нас супер-вратарь Юля Гриченко. Вот, решили и выиграли. Очень рада. Приятно играть на таких стадионах, с такой атмосферой. Организация на высшем уровне. Спасибо большое, то, что сделали для нас такой праздник.